Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом проводит аукцион по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории. На данный аукцион проходит онлайн. Трансляция данного аукциона также проводится аудио-видео запись. Напоминаю правила проведения торгов. После оглашения мною начальника каждой очередной цены права на заключение договора о развитии застроенной территории, участники аукциона поднимают на уровне головы карточку в случае, если они готовы заключить договор о развитии застроенной территории в соответствии с этой ценой. Если после третьего повторения очередной цены права на заключение договора о развитии застроенной территории ни один из участников аукциона не поднял свою карточку, аукцион завершается, победителем аукциона признается участник, номер карточки которого был назван последним. А теперь приступим к торгам. Право заключить договор о развитии застроенной территории площадью 25,5160 гектара, ограниченной улицами Водопроводная Константина Иванова в городе Чебоксары. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории 134 миллиона рублей. Шаг аукциона 6 миллионов рублей. В торгах участвуют карточки с номерами с 11 по 13. Итак, начальный размер права заключить договор о развитии застроенной территории 134 миллиона рублей. Участники аукциона предлагаю вам заявить свои предложения. Номер 12 предлагает нам 134 миллиона рублей. Текущая цена договора 140 миллионов рублей. Номер 13 предлагает нам 140 миллионов рублей. Текущая цена договора 146 миллионов рублей. 146 миллионов рублей раз. 146 миллионов рублей два. 146 миллионов рублей 3. Продано. Победителем аукциона признается участник под номером 13 ценой договора 140 миллионов рублей. На этом объявляю торги закрытыми. Карточки, пожалуйста, на край стола. Победитель аукциона сегодня подойдите в кабинет 417 в 3 часа для подписания протокола.